Салаирский кряж, залесовский заказник, черневая тайга. Темные пятна – это хвойная пихта. Эколог Алексей Грибков поясняет, 10 лет назад склоны были намного темнее. До того, как лесозаготовители объявили тайге настоящую войну. Вырезали пихту десятками гектаров. Малоценные породы при этом не трогали. В результате отчетливо читаются проплешины в десятки гектаров. По мнению Грибкова, вырубали то, что должны были охранять. 63 миллиона рублей – таков ущерб, нанесенный заказнику. Это данные правоохранителей. Возможно, тайга здесь уже не восстановится. Начальник управления лесами Михаил Ключников в 2012 году оказался под судом, был оправдан, но с поста ушел по собственному желанию. Теперь в заказнике тихо, но тревожные сигналы приходят из других районов. В Тальменском, по сведениям экологов, вырубаются сосновые бары. Отчетливо видны столбы дыма. Наш эксперт уверяет, это явный признак лесосеки. А теперь мы уже в Алеутском заказнике, в Бурлинском ленточном бару. И вновь дым, лесосека. А вот уже покинутый лесорубами участок. Нарушения, по словам специалистов, сразу бросаются в глаза. Это 95-й квартал Приганского участкового лесничества, Панкрушихинского лесничества. Вот. И здесь, на данном участке, проведена групповыборочная рубка на границе с опушкой. При проведении таких видов рубок они должны отступать как минимум 100 метров от опушки. Здесь никаких 100 метров нет. Рубили самое лучшее, уверяют экологи. Оставили как раз то, что должны были убрать. Если правильно проводить любую выборочную рубку, даже не только санитарную, пусть это будет групповыборочная, добровольно-выборочная рубка, в первую очередь по законодательству вырубаются отставшие в росте, поврежденные, угнетенные, больные деревья и так далее. Но здесь картина обратная, явно. Можно посмотреть по пенькам, просто какие деревья вырубались, вот мы их видим, да, и что оставлено на корне. В Алеутском заказнике, поясняет Грибков, сконцентрированы исчезающие виды растений и птиц. Да и сами алтайские ленточные бары находятся под охраной ЮНЕСКО. Срезая здоровые деревья, лесорубы, по мнению эколога, просто губят уникальный лес. После рубки вот такие окна образовались. И понятно, что меняется вся среда. Количество солнечного света, солнечной радиации совершенно другое. Влажность почвы меняется в результате этого. Освещенность, соответственно. Поэтому те растения, которые могут жить вот под пологом леса, они просто исчезают в травянистом ярусе. А среди них есть... не масса редких, которые занесены в Красную книгу Алтайского края, в Красную книгу России. Совсем рядом гнездо орла-могильника, исчезающего вида, который охраняют во всем мире. Нарушать его покой запрещено законом. У лесорубов на этот счет, похоже, свои планы. Как и в целом на заказник. Его перспективы экологи считывают прямо с самих деревьев. 95, выдел 7, групповыборочная рубка 2018 года, первая делянка, площадь 11 гектар. Из этой надписи следует, что следующая рубка затронет 11 гектаров леса. Алексей Грибков все нарушения тщательно фиксировал и уже отправил их описание в Министерство природы края. Рассчитывает на оперативную реакцию чиновников. Ведь лесорубы, как мы убедились, трудятся, не покладая рук. Илья Кочетков, Николай Шилко, наши новости.